Но здесь тоже важный фактор, который я уже упомянул, который тоже нужно иметь в виду. Роль индивида, учителя конкретного в школе, остается очень-очень высокой и намного большей, чем учебники, чем инструкции и программы, которые в школу приходят. Средний уровень учителей невысокий. Ну, неминуемо ему быть невысоким при соответствующих зарплатах, отношению к профессии. Тут ничего не меняется. Тем не менее, учителя, которые действительно хотят с детьми работать и которые хотят, чтобы школьники могли не просто бубнить по написанному или ставить галочки в тестах, они, тем не менее, эти учителя имеют еще возможность для реализации.